Смотри-ка, Кеппи, это же замок Баузера. А вот и Баузер, принцесса Пич. Я их нашел. Вот я тебя и нашел, Баузер. Ты все-таки решил добраться до меня, коротышка усатый. Да вот только ты опоздал. Свадьба на носу. Я забираю принцессу и селави. Кеппи, поторопись. Мы не должны дать им уйти. Ты опоздал, неудачник. Мы улетаем жениться на Луну. Смейся. В смысле тебе некогда со мной возиться? Свадьбы не будет, Баузер. Неужели он не понимает? Давай, Кеппи, покажем этому негодяю, как нужно себя вести с принцессами. Принцесса Пич, я тебя спасу и не дам этому негодяю в этот раз убежать. Упс, это что еще такое? Кеппи, ты видел его шляпу? Откуда у него такая продвинутая шляпа? Ох, нелегко нам будет. Давай, Кеппи, нам нужно собрать всю силу. Отлично, мы отбили ее. О, мы еще и зашляпили шляпу Баузера, и его же побьем. Не ожидал, да получать своей же шляпой. Вот это да, Кеппи, я даже не думал, что нам будет так легко поколотить негодяя Баузера. В этот раз он от нас далеко не убежит. Это что еще за груда кирпичей? А, мы их можем разбивать. Хе-хе. Смейся, Баузер, сейчас мы до тебя доберемся. Откуда он эти кирпичи берет? Кажется, у него там... Они с неба откуда-то падают. Видимо, ему грудливую скидывают. Иди сюда, черепаха оперативная. Самая злая черепаха, мы до тебя доберемся. Давай, Кеппи, отлупим его как следует. Вот так, правой, левой. Да, Кеппи, мне тоже нравится лупить этого негодяя. Будет знать он, как красть наших друзей. У Кеппи он похитил сестру, а у меня друга и принцессу мою. Так что сейчас мы спасем ее. Я даже с тобой могу разобраться без твоей шляпы, Баузер. Ага, струсил. Да, видимо, нам придется только со шляпой, потому что он иначе от нас убегает. Ну давай, Баузер, подойди. Без шляпы своей, видимо, Баузер с нами биться не хочет. Ну ладно, раз битва на шляпах, так мы будем биться. Давай, Кеппи, держись. Молодец, Кеппи, ты смог увидеть, где самая главная шляпа. Иди сюда, Баузер. Опа! Баузер, мазила. Ох, сейчас поколочу тебя. Заметьте, ребята, что у Баузера он огромный. Он пылает огнем. Он еще кидает на нас шары из кирпичей. И у него шляпа с боксерскими перчатками. Он просто играет не по-честному. Хорошо, что у нас Кеппи ловкач. Он смог выбить его шляпу, и мы ловко отбиваемся от всех атак этого негодяя Баузера. Самая противная и злая черепаха. Если вы не знали, ребята, то Баузер далеко не дракон. Как может показаться на первый взгляд? Это злая черепаха. И очень гигантская какая-то черепаха-мутант. Ну, пойдем, Баузер. Сейчас мы с тобой разберемся как следует. Тебе нас не напугать. Давай еще, где твои кирпичи? У тебя кирпичи быстрее кончатся, чем у меня силы. Ну все, Кеппи, нужно разобраться с ним раз и навсегда. Может быть, мы его здесь прям поколотим и заберем его корабль и спасем нашу принцессу Пич. Эй, ты куда ускакал? Так, держись, Кеппи, держись. Ох,
что-то у него шаров стало больше. Ну все, Баузер, ты меня достал! Жмите, ребята, лайк, чтоб мы скорее поколотили негодяя Баузера и спасли нашу принцессу Пич. Мы хотим побить Баузера одной левой перчаткой, чтобы показать, насколько мы его не боимся! Левой, левой, правой! Струсил, да? Иди сюда! Он боится без шляпы с нами биться, но мы до шляпы забрали и его побьем! Левой, 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 левой перчаточкой! Прыгай, прыгай! Сейчас ты допрыгаешься, Баузер! Мазила! Ауч, Кепи! Ты готов нанести последний удар этому негодяю? Далеко от нас не убежишь! Вот тебе! Ауч! Кепи, у нас последняя жизнь, последний шанс разобраться с Баузером, так что давай мы воспользуемся этим коронным ударом! Мазила! Хе-хе, мы ему глаз подбили, смотри! Вот так тебе, Баузер! Ну что? Отдавай принцессу, Пич, иначе я тебе еще раз поколочу! Что за огонь? Ай-яй-яй! Кепи, бежим! Нас атакуют с пушек! Быстрее в корабль! В корабль! В этот раз Баузер смог уйти от нас! Но мы еще его догоним! Вот я тебя и нашел, Баузер! Где же Баузер? Я так соскучился по своей принцессе Пич! Я думаю, ты тоже по сестре скучаешь, но мы их сегодня точно спасем! Ой, что это? Не думаю, что это турбулентность. Кепи, смотри! Это же Баузер! Здравствуй, усатик! А это что за дружок у него? Познакомься, это Дракоша! Ух ты ж, видимо, Баузер подружился с драконом! Получай, водопроводчик! Какой он огромный! Кепи, держись! Лети и убедись, что с Марио покончено, а мне пора готовиться к свадьбе! Ну что, коротышка, к тебе мне нет ничего личного, но хозяин сказал с тобою разобраться. Кепи, держись, это какой-то неправильный дракон, почему-то он плюется не огнем, а каким-то током молнии, это шаровая молния. Да, это молниеносный дракон, как же жестко. Прям ударил током хорошенько. Держись, Кепи, все волосы дыбом, но мы разберемся. Жмяк! Да, Кепи, сработало! Упс, кажется, он разозлился не на шутку. Ой-ё! Бегим, бегим, бегим скорее, Кепи! Ауч! Этих молний становится все больше! Воу! Ау! Давай-давай, Кепи! Ух ты ж, смотри, тут защита у него усилилась! Больше цепей нужно нам разбить! Но зато удар! У нас все получится! Кепи, я в тебя верю, конечно, но дракон слишком большой! Намного больше Баузера, надеюсь, ему остался последний удар, иначе он нас поджарит! Как поджарил наш корабль! Ребята, видите, какой огромный дракон, нам тяжело с ним сражаться. Так что обязательно нажмите лайк и кнопку подписаться, если кто вдруг забыл. Какие огромные зубы, один зуб его размером с меня. Он проглотит и даже не заметит. Ай-яй-яй, быстрее, быстрее, Кепи, поспеши и бух! Это последний удар? Да ладно! Вот
дела! Мы побили самого огромного дракона! Ох, разозлится сейчас кто-то! Да! Кепи, мы его сбили! Ой-ой-ой! Что-то он недоброе затеял. Так, сразимся за игристую воду. Видимо, здесь так лимонад называют. И лимонад же тоже игристая водичка. Ой-ой-ой! Кажется, все маленькие осьминожки теперь тоже за большого осьминожка. Но мы его остудим немножко. Осьминожка, осьминожка, остудись-ка ты немножко. Нам нужно вот на его пеклую голову дать фонтаном. Сейчас. Вот еще немножечко. Да, Кепи, молодец, Кепи. Ох, ускользнул. Неудобно эти мини-осьминожки, потому что в них, когда кончается водичка, они начинают засыхать. И мы можем так осьминожку потерять. Да, первый удар! Сколько раз нужно его подсушить, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он за нами? Нет, не за нами, Мазила. Такой большой и такой неуклюжий, то, что мне надо. Сейчас мы его догоним. Вот ловкость, смотри, как быстро уплывает. А еще сбрасывает... Почему эти ракушки взрываются? Что он с ними делает? Бомба-ракушки мощненькие. Надо не попасться на них. Ай-яй-яй. Ой, смотрит прямо на нас. Недобрым взглядом. Опа! Упс, раскочил. Сейчас. Вот тебе, получай, негодяй. А я... Ой! Ух! Куда он умчал? Куда он делся? Кепи, смотри в оба. Ага, вот он где, трусишка. Ой! Так, нас тут чуть не сбили. Другие осьминожки тоже против нас. Все против нас. А у него новые ракушки. Эти ракушки опасные. Смотри, они прямо летят в нас. Лучше бы были круглые ракушки, потому что конусные, они прямо в нос налетают. Давай, Кепи, соберись. Прыжок вверх. И прямо на дне... Ой! Вот это да, он нас подбил! Еще и смеешься, да? Получай! Ах ты хитрец! Давай, Кепи! Еще немножко! Вот он наш удар! Ауч! Давай! Ускользнул! Да, хитер, бобер. Осьминожка, осталось тебе совсем немножко. Я тебя поколочу и верну лимонад местным жителям. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Смотри, мы вернули фонтаны обратно. О, вот дела. У нас получилось с тобой, Кепи. А еще мы заработали целых 3 лунки. И вот я бегу. Наконец-то. Где же принцесса Пич? Неужели я опоздал? Баузер, стой! Это моя принцесса! Рада радуешься, Марио. Тебя здесь никто не ждал. Ха! Никто не ждал, но я сам себя позвал.
Прощай, Марио. Тебе не спасти твою принцессу, потому что она моя. Кепи, ты где? Ну что ж, коротышка, выбирай, жизнь или принцесса. Я заберу принцессу Пич, и я заберу твою жизнь. Так что ты сыграешь роль свадебного букета. Улетишь далеко и надолго. А лучше навсегда. Ха, напугал! Я тебя не боюсь, Бэлзер! Кепи, держись! Кажется, у него своя шляпа! О, какая она огромная! Еще и с боксерскими перчатками, тут нечестно! Ауч! Кепи, соберись! Нам нужно показать ему, что мы не слабаки и не коротышки! Вот так! Ага, становится страшно, здоровяк! Сейчас я до тебя доберусь! Мазина! Получай! Вот тебе! За мою принцессу! За сестру Кепи! Что, страшно, да? Вот так тебе! Запомни, я Супер Марио! Ауч! Мазила! Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нам пригодился огнетушитель! Кепи, соберись! Шляп много, но я вижу, которая нам нужна! Но сейчас мы с тобой разберемся! Твоей же шляпой много я тебе тумаков! И это все, что ты смог придумать? Слабак! Из нас твоих, это уж точно ты! Гуляешься огнем, к хитрым уловкам приходишь, а я тебя пью твоей же шляпой! Ха-ха-ха! Беги-беги! Ты сам меня позвал на эту дуэль! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Кепи, ты так и не нашел огнетушитель! Воу! Ай-яй-яй! Давай, Кепи, соберись! Я думаю, ему остался последний удар! Ну что, Бауза? Ну что, Бауза? Ну что, Бауза? Готов? Сейчас я нанесу тебе сокрушительный удар! Это тебе за то, что ты мучил мою любимую принцессу Пич! И сестру Кепи! Ауч! Кепи, соберись! Не уйдешь! Получай! Негодяй! Ха-ха-ха! Вот он! Последний сокрушительный удар! Супер Марио! Принцесса Пич, я побил Баузера, а значит, он на тебе не женится! Я думаю, ты выйдешь за меня. Я тоже одел на всякий случай свадебный смокинг. Теперь мы с тобой сможем отправиться домой. Как же здорово. Наконец-то ты и я домой с тобой. Упс, это что еще такое? Такому повороту я не был готов. Что происходит? Принцесса Пич... Стой на месте, не двигайся! Принцесса Пич! Бауза! Я
Неужели это снова его ловушка? А? Кепи, я не вижу ни Баузера, ни принцессы Пич. Он снова ее похитил, да? Ах, он негодяй, неужели это проделки его прихвостней? Вот она, принцесса Пич, а там же твоя сестра Кепи. Отлично. А что делать, что делать, а что делать? Я, кажется, знаю. Кепи, ты подкинул мне классную идею. Мы будем кататься на Баузере. Я зашляпил самого Баузера. Вот дела. Давай, Кепи, соберись. Нам нужно прорваться сквозь эту глубину камней и спасти наших любимых. Где же наш корабль? Где наша Одиссея? Вся луна просто рассыпается. Это все из-за тебя, Баузер. Надо тебя оставить здесь, на луне. Мою принцессу похитил. Похитил сестру Кепи. А еще и разрушил луну. Ну ты, Баузер, само разрушение на четырех лапах. Что еще за камни? Нам нужен выход. Хоть бы была дверь, выход. Мост? А, мост тоже пойдет. Нет! А! Маленькая труба и пиксельный мир. Что же нам делать? Мы ж туда не влезем. Оу! Вот дела! Принцесса Пич, держись покрепче. Ох, я прям чувствую, как уходит земля из-под ног. Держись, принцесса Пич, я нас спасу. Еще немножечко, немножко. Ой-ой-ой-ой-ой! Все рассыпается. Главное успеть, остались считанные секунды. Нужно поторопиться. Мы не должны остаться на этой луне. Нам же еще свадьбу играть. Ай! Что это за стена такая непробиваемая? Баузер оказался не такой уж и сильный. Мы внутри луны, что ли? Как же нам здесь быть? Ага, нам нужно разбить эти столбы. И это второй столб. Еще вон он, третий, я вижу третий. Надеюсь, нам это поможет, потому что иначе мы погибнем. Кепи, ты должен спасти принцессу Пич любой ценой, иначе вся наша битва с тобой была зря. Давай, поторопимся. Вон она, последняя глыба. В середине самой, так, Кепи, я вижу. Ах, как у нас мало сил. Я успею! Вот так тебе! Что же это за глыба такая? О! Ну что ж, прокатимся с ветерком. Баузер, правда, нам не нужен, но ладно. Я ж Супер Марио, я его спасу, так уж и быть. Мы его пощадим и не оставим на Луне. Потому что Супер Марио так не поступает. Ох, как хорошо мы выбрались с этой западни. Принцесса Пич! Я думаю, настало время вернуться нам домой и сыграть свадьбу! Ты же выйдешь за меня? Правда, я не знаю, куда кольцо я дел. Кепи, ты даже поможешь найти кольцо! К
как же здорово все получилось! Теперь мы можем вернуться в наш любимый дом! Наконец-то только ты и я! Эй, Боузер! Принцесса Пич, ты должна передумать! Зачем тебе нужен этот коротышка? Он неуклюжий, он малявка! Нет, принцесса Пич! Не покупайся! Баузер негодяй! Он не заслуживает тебя! Что происходит? Баузер, ты все испортил! Принцесса Пич! Я ж тебе говорил! Мы оба остались без невесты из-за тебя! Я так и думал, что она пошутила, потому что я любовь всей его жизни. Принцесса Пич, подожди! Я тебя догоню! Пока, Баузер! Я тебя еще поймаю, Марио!